Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Новороссия». Итоговый выпуск новостей. В студии Дмитрий Подорожник. И далее о главных событиях этой недели. Министерство обороны Донецкой Народной Республики представило очередной отчет о ситуации в государстве. Хочу сразу сказать, живой, здоровый, целый, невредимый. Поэтому, если там будет что-то по мне по этому поводу писать, не верьте. Обстановка на линии соприкосновения за прошедшие сутки не изменилась. Имеется тенденция к обострению. Противник 17 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелом подверглись населенные пункты Коминтерново, Жабуньки, Зайцево, Железная Балка, Лозовое, Старомихайловка, Горловка, Спартак и район аэропорта город Донецк. Всего по территории республики было выпущено более 125 мин, сделано более 10 выстрелов из танка и более 30 выстрелов из БТРов. Впервые за 10 дней противник применил крупнокалиберную артиллерию, обстреляв из 152-мм орудий Коминтерново. По этому же населенному пункту вооруженные силы Украины применили 54 мины калибром 82 и 120 мм. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет. Потери среди мирного населения за прошедшие сутки составило 2 человека. Обращаю внимание, что до захвата украинскими силовиками населенных пунктов Пищевик, Павлополь, Виноградная, Гнутово, Широкино, Бахматовка, Жованка, находящиеся в буферной зоне, обстрелы населенных пунктов Коминтерново, Саханка, Зайцево, Октябрь не проводились, так как противник физически не мог из-за большой дистанции применять минометы. После грубого нарушения минских договоренностей и захвата этих населенных пунктов буферной зоны у противника появилась возможность наносить и минометные, и артиллерийские удары. В частности, по Коминтерново обстрел велся также из населенного пункта Гнутово с позиции 56-й отдельной мотопехотной бригады под командованием очередного ставленника хунты Андрея Мельника. Важно заметить, что вчера при попытке представить миссии ОБСЕ проехать в район населенного пункта Коминтерново и зафиксировать в результате обстрела вооруженных сил Украины, украинская сторона отказалась пропускать международных наблюдателей, сославшись на небезопасную обстановку в данном районе. При этом свою вину за блокирование доступа к Коминтерно попыталась переложить на Донецкую Народную Республику. Хочу еще от себя добавить, что сегодня была очередная попытка заезда в данный район. Украинская сторона разрешила это сделать. Она объявила, что полностью будет безопасно. Мы проехали в этот район с миссией ОБСЕ. Был также представитель СКК с российской стороны. В результате их работы, когда они только начали работать и исследовать кратеры от разрывов, в нашу сторону был открыт огонь и стрелковое оружие, предполагаемые снайперские винтовки и пулемет. В результате чего, к счастью, никто не пострадал, все живы, целы. Но миссия ОБСЕ совместно с СК, они прекратили свою обследование данной территории, мы были вынуждены туда уехать. Буквально через 30-40 минут после этого в данном районе были слышны разрывы минометов. Миссия ОБСЕ данный факт зафиксировала. Складывается впечатление, что украинские силовики активно противодействуют деятельности международной мониторинговой миссии и саботируют любые ее инициативы. Об этом говорит и тот факт, что представители миссии ОБСЕ до сих пор не получили доступ к этим населенным пунктам, захваченным вооруженной силой Украины в буферной зоне. Таким образом, своими действиями Украина продолжает эскалацию напряженности вдоль линии соприкосновения, используя различного рода провокации для обвинения в них Донецкой Народной Республики. По этому поводу, ну не знаю, это сарказм или что, после этого инцидента, который произошел в районе населенного пункта Коминтерново, украинские СМИ выложили, что мы, представители Донецкой Народной Республики, вооруженных сил в том числе, заманили в ловушку миссию ОБСЕ, перешли на позиции, на которых в данный момент находится националистический батальон «Айдар», это населенный пункт Водина. От того места это около 500-600 метров. Кстати, данный населенный пункт тоже в буферной зоне, и его занимать Украина не имела права. И оттуда произвели обстрел провокационный, сам по себе стрелял и по миссии ОБСЕ.
При обстрелах украинскими войсками территории республики наши подразделения проявляют сдержанность и не реагируют на провокации, соблюдая Минские договоренности. Мы в режиме реального времени оцениваем степени всех угроз и в случае обострения обстановки готовы дать противнику решительный отпор. В дополнение хочу еще добавить, что вчера после обстрела в Никитовском районе без 5-3 дня было попадание в дом, была повреждена кровля дома по улице Героической. В пятницу 25 декабря в зале Дома правительства состоялось завершающее в этом году пленарное заседание парламента Донецкой Народной Республики. Дорогие граждане Донецкой Народной Республики, уважаемые народные избранники, земляки, мое сегодняшнее обращение будет кардинальным образом отличаться от предыдущего. Отличаться будет практически по всем параметрам. Объясню почему. В прошлом году мы все были уверены в том, что мы смогли сделать в нашей стране то, что не получалось ни в каком другом государстве. Но уже этот 2015 год предъявил нам более сложные требования и научил нас по-новому работать в сложившихся обстоятельствах. От создания государственных и общественных институтов мы перешли к коренным структурным преобразованиям всего спектра общественно-политической и экономической жизни страны. Считаю это чрезвычайно позитивной тенденцией и новой вехой в становлении нашего государства. Друзья, прошло уже 2 года практически, как на карте мира существует Донецкая Народная Республика. Это молодое независимое государство, созданное по воле народа Донбасса. Это был осознанный выбор жителей всего нашего края, продиктованный самим ходом истории. В тяжелой и упорной борьбе народ завоевал свободу. К сожалению, мы в этой борьбе потеряли много наших товарищей, братьев, сестер, погибли наши дети. Тем не менее, с удовольствием могу сказать, что мы, граждане Донецкой Народной Республики, справились и с войной, и с разрухой, и с экономической блокадой. Нам удалось сплотиться в минуту опасности и стать плечом к плечу перед проявившейся угрозой. Мы научились оружием в руках защищать свою родину, побеждать врага на поле боя и на международной дипломатической арене. Но главное, нам удалось сформулировать концепцию государственного строительства и начать ее поэтапную реализацию. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, в этом заслуга в большинстве случаев, наверное, ваша. Потому что вы, как народные избранники, смогли в самый тяжелый момент сделать то, что не давалось никакому другому государству вообще в мире. Говоря о народной власти, могу сказать следующее. В Донецкой Народной Республике реализованы фундаментальные и основополагающие принципы новой государственности и политического устройства государства, в полной мере выражающие интересы народа. Мы полностью избавились от олигархов, добились подлинной демократии, открытости власти, равных возможностей для каждого гражданина республики. Да, этот путь нам пришлось пройти. Он был тяжел и на самом деле еще не закончен. Но я уверен, что мы вместе эту концепцию реализуем. Также Александр Владимирович поблагодарил депутатов за плодотворную работу в течение года. Безусловным важнейшим аспектом жизнедеятельности страны является деятельность Народного совета Донецкой Народной Республики. Работу народных избранников в этом году можно назвать плодотворной и эффективной. В отличие от парламентов других, не очень дружественных нам стран, в высшем законодательном органе ДНР не происходит мордобоя, дарение букетов роз. Никто никого не хватает за причинные места и не вытягивает с трибун. В нашем народном собрании работают честно, с полной самоотдачей, искренне, без показухи, заботясь о людях. Хотел бы еще отметить, уважаемые коллеги, что мы понимаем, как вам нелегко. Я прекрасно понимаю лично, какая ответственность лежит на вас. Я прекрасно понимаю ту степень ответственности, которую каждый из вас несет, принимая тот или иной законопроект. Поэтому то, что вы делаете, вы потом можете с гордостью рассказывать внукам, правнукам и праправнукам, что лично присутствовали и либо принимали то или иное решение.
В заключение, глава республики сказал народным избранникам напутственное слово, а также поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом. Еще бы хотел отметить одну самую, наверное, важную вещь. Уважаемые друзья, впереди у нас 2016 год. Это год, который нам придется вместе пройти. Год принятий ответственных и очень важных решений для государства. Хочу напомнить вам, как народным избранникам, от вашего взвешенного и плодотворного труда зависит жизнь миллионов людей. Поэтому в заключение своего обращения хочу вас попросить об одном. Уважаемые коллеги, запомните одну вещь, что каждый из нас, находясь в том или ином должности или кресле, является именно слугами народа. И в первую очередь мы обязаны думать о том, чтобы наш народ, наше государство процветало. Благодарю за внимание. В конце своей речи хочу каждого из вас и всех вместе поздравить с наступающим 2016 годом, пожелать здоровья, счастья. Здоровья вам, вашим близким, вашим детям. Хочу пожелать всем нам победы. Победы каждый день. Пускай она не будет глобальной, но ежедневно мы должны добиваться тех успехов, которые будем называть победоносными. От себя лично, мирного неба и обычного человеческого счастья. С наступающим 2016 годом. Перед началом заседания уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова выступила с ежегодным докладом о проделанной работе за истекший год. Подводя итог прошедшему 2015 году, можно сказать, что он стал еще одним этапом развития правозащитной сферы Донецкой Народной Республики. Шло становление и укрепление института уполномоченного по правам человека. Решались конкретные проблемы людей. Быть уполномоченным по правам человека в республике – это непростая, но важная миссия. Самое большое удовлетворение от этой работы возникает тогда, когда удается помочь человеку содействовать реализации или восстановлению его прав. На рассмотрение депутатов были вынесены 8 законопроектов. В первом чтении были рассмотрены и приняты проекты следующих законов. О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий. Докладчик депутат Марина Жейнова. Сразу 3 законопроекта депутатам представил главный государственный инспектор по пожарному надзору Дмитрий Костямин. О внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 года, о социальной защите ветеранов войны, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики относительно военной службы и статуса военнослужащих, и законопроект о внесении изменений в горный закон Донецкой Народной Республики от 9 июня 2015 года. Законопроект о телекоммуникациях докладывал депутат Андрей Боевский. Также он представил депутатам законопроект о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности. Процедуру второго чтения прошел законопроект о культуре, докладчиком которого выступил депутат Народного Совета Мирослав Руденко. Сегодня Народным Советом под занавес уходящего 2015 года был принят во втором чтении законопроект о культуре. То есть Новый год работники культуры Донецкой Народной Республики уже будут встречать своим профильным законом. Его необходимость была вызвана тем, что меняются условия, и прежнее законодательство Украины, конечно же, не соответствует изменившимся условиям, поэтому необходим новый закон. Также в рамках пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект постановления об утверждении повестки дня очередной весенней сессии 2016 года Народного Совета ДНР первого созыва, о котором депутатам докладывал председатель Народного Совета Денис Пушилин. Законопроект о налоговой системе ДНР представил на рассмотрение депутатам министр доходов и сборов Александр Тимофеев, прокомментировал принятие долгожданного законопроекта депутат Народного Совета Евгений Орлов. Действительно, принятие налогового кодекса удалось очень тяжело. Более того, еще буквально вчера фракция «Свободный Донбасс» не собиралась поддерживать. Долгие полдня переговоров, долгие полдня объяснений, пришли мы к результату, который сегодня был. В целом для республики результат положительный. То есть у нас есть налоговый кодекс, закон о налоговой системе, но по сути налоговый кодекс несовершенный. Много противоречивых моментов мы сегодня вынесли за скобки, но договорились о том, что январь и первый квартал посвятим доработке. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех, специально для Новороссия ТВ.
24 декабря в конференц-зале аппарата главы состоялось заседание рабочей группы экспертного совета Комитета Народного совета Донецкой Народной Республики по налоговому законодательству республики. На заседании присутствовали председатель экспертного совета Комитета Народного совета Донецкой Народной Республики Марина Жайнова, а также члены и консультанты комитета, представители Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики и представители Союза предпринимателей Донбасса. Касательно налогообложения, хотелось бы отметить, что в проекте закона о налоговой системе есть новые налоги. Это экологический налог, налог с оборота, плата за землю и транспортный налог. В принципе, транспортный налог, плата за землю, экологические, они были и ранее. Они и ранее платились в Украине. Некоторое время по данному налогообложению были льготы, мы эти налоги вообще не учитывали. Ну вот в законе уже возникла необходимость в том, чтобы эти налоги рассматривать. Вопрос, который был вынесен на рассмотрение круглого стола – законопроект о налоговой системе Донецкой Народной Республики, разработанный рабочей группой в составе представителей Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Как глава фракции «Свободный Донбасс», я хотел бы озвучить позицию фракции, что на данный момент тот документ, который поступает, он недоработан, консенсуса по многим вопросам не достигнуто. Я думаю, те риски с увеличением налогового времени и с увеличением полномочий Министерства доходов и сборов, они эти риски превышают какие-то положительные моменты, которые, возможно, и будут от этого налогового кодекса. Как нам кажется, документ необходимо дорабатывать и не торопиться в таком важном вопросе. Поэтому будем настаивать только на первом чтении и потом привлечение широких общественных масс и заинтересованных лиц, интересантов в доработке данного документа. В условиях становления республики необходима тщательная проработка законопроекта, который позволил бы реализовать решение всех вопросов, связанных с налогообложением предпринимательской деятельности в ДНР, налога на землю и других видов налогообложения. Если мы здесь, ну, например, ну давайте вот как бы... Но давайте дадим деньги, сейчас этот вопрос. Давайте по факту, то есть завтра... Нет, мы вас услышали, это важно. Нет, я имею в виду, смотрите, ну по факту, ну будет завтра принят этот закон. И вот как позицию мы слышали, да, то есть, ну может быть, вот здесь пока подвинуться не можем. Может, мы вам каких-то других моментов поможем. Чем больше ты работаешь, тем больше ты платишь налогов. Где здесь стимул? Это не стимул. Это мы бьем производителя по рукам. Крепко. И причем бьем крепко. А еще налог на прибыль. А еще плюс налог на прибыль. Не дай бог прибыль получил, тогда вообще. А еще для предприятия. Автоматически заложено. А еще это все. Она автоматически заложена. Послушайте меня. Я очень хочу, чтобы меня услышали. Я, честно говоря, уже устал по этому поводу биться. Я как Дон Кихот против ветряной мельницы. Если я что-то говорю неправильно, вы скажетесь, давайте мы этот вопрос поднимем. Я не хочу, чтобы республика проиграла. Я не хочу, чтобы мы завалили сельское хозяйство. Несомненно, важный вопрос, который был вынесен на рассмотрение круглого стола законопроекта о налоговой системе Донецкой Народной Республики, разработанный рабочей группой в составе представителей Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, вызвал бурные дебаты и споры среди присутствовавших. Купили у всех фермеров, заключили договора, все продадим, понимаете, оно не нужно нам, понимаете, заплатим эти налоги, как-то решит, но самый лучший вариант, я считаю, что меньше бумаготворчества для человека, вот пусть все будет по безналу, легко и просто решить всю продажу по безналу, и 2,5% с каждого отвала, это будет вот такая будет прибыль. О заседании более подробно рассказал депутат Народного совета и председатель профильного комитета Юрий Леонов. Сегодня прошло довольно-таки жаркое обсуждение проекта закона о налоговой системе в Донецкой Народной Республике. Наши аграрии высказали свое мнение о том, что они видят немножко эту систему по-другому. Представители налоговой довольно-таки правильно услышали эту позицию. Они тоже готовы к конструктивному диалогу. Поэтому было принято решение о создании рабочей группы, которая будет выносить уже какие-то конкретные и подкрепленные какими-то действиями проекты для налоговой системы Донецкой Народной Республики. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, Геннадий Горбунов. Специально для Новороссия ТВ. 4 февраля нынешнего года больница номер 27 подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Главный врач Александр Гордиенко напомнил нам о том, что именно произошло в тот день и какие последствия пережила поликлиника и ее сотрудники. Были выбиты 98% оконных рам, были повреждены, 40% из них не подлежали восстановлению, повреждения дверей. На третьем, на четвертом этаже вместе, в эпицентре взрыва, скажем так, были повреждены стены. У нас есть пострадавшие, 3 медсестры пострадали, погиб молодой человек. Это не сотрудник больницы, но погиб молодой человек в тот момент.
Все сотрудники сейчас приступили к работе, продолжают работать в наших рядах. На данный момент поликлиника, возобновив свою работу, обеспечена всеми медицинскими препаратами благодаря российскому гуманитарному конвою. Спасибо гумконвоям, спасибо нашему лекарству Донбасса, торговому дому. В общем-то, сейчас у нас все препараты есть. Еженедельно мы получаем какие-то гуманитарные поставки. В общем-то, проблем не испытываем. Единственной проблемой является нехватка узких специалистов. Главный врач отметил основные кадры, необходимые больницы. Хирурги, травматологи, рентгенологи, эндоскописты. Все специальности, пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Будем беседовать, будем разговаривать. Поликлиника обслуживает 60 тысяч граждан города, из которых 49 тысяч – это взрослое население. Сергей Михайлов, Алина Боярская, Новороссия ТВ. Также на этой неделе в Донецкую Народную Республику прибыл 48-й гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, который доставил более 600 тонн продуктов, медикаментов, а также новогодние подарки. На пунктах пропуска российско-украинской границы автомобили колонн прошли процедуры таможенного и пограничного контроля с соблюдением всех норм международного законодательства. Традиционно гуманитарный груз встречают органы власти Донецкой и Луганской областей. Они же организуют его разгрузку и учет. Центром управления и восстановления гуманитарный груз будет распределяться по социально значимым объектам и среди нуждающихся граждан. В основном это продукты питания, консервы молочные, масло растительное и крупы разные. Благодаря полученным продуктам питания и с учетом нераспределенного ранее продуктов будут обеспечены в республике все социальные столовые бесплатным питанием, медицинские учреждения стационарные, а также детские сады и первые, четвертые классы общеобразовательных школ. Также этим конвоем зашло более 10 тонн медикаментов для Министерства здравоохранения. Вот. И в преддверии Нового года большая партия новогодних подарков, более 40 тонн. Все эти гуманитарная помощь будет распределена на ближайшее заседание Государственной комиссии. И согласно ранее поданным заявкам главной администрации городов, районов, а так Министерство ведомств, будет разведена завтра же по всей республике. 24 декабря в пансионат «Ветеран», где проживают семьи вынужденных переселенцев, была доставлена гуманитарная помощь. Владислав Бердичевский, депутат Народного совета от фракции «Свободы Донбасс», сотрудничая с разными благотворительными организациями, пытается всеми силами помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В преддверии новогодних праздников мы закупили сладкие подарки детям, а для новорожденного малыша, мама которого также проживает в пансионате еще с двумя детьми, приобрели памперсы и детское питание. Сегодня мы привезли подарки детям беженцев, которые проживают в пансионате «Ветеран» Буденновского района. Эти подарки были куплены за средства наших французских друзей из ассоциации «Новополь». Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и всем желаем успехов и всего хорошего в новом наступающем году. Сладкие подарки пришлись по вкусу ребятам. Некоторые из них решили не дожидаться праздника и приступили к поеданию сладостей. Также благодаря содействию французской ассоциации «Новополь» съемочная группа телеканала «Новороссия» доставила сладкие новогодние подарки детям в прифронтовой Петровский район. Оксана Волчонок, Елена Чистякова, Геннадий Горбунов, телеканал «Новороссия», город Донецк. Новый год – самый светлый, добрый и яркий праздник в году. Тем более неудивительно, что глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко включил Новый год в список государственных праздников республики. На сайте правительства опубликован указ главы республики Александра Захарченко, в котором утвержден обновленный список государственных праздников. Считать государственными праздниками Донецкой Народной Республики 1 января – Новый год, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – праздник весны и труда, 9 мая – День Победы, 11 мая – День Республики, говорится в документе. Праздничные дни в республике являются нерабочими, а при совпадении праздника с календарным выходным днем выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Указ о праздниках Донецкой Народной Республики за номером 440 был подписан главой ДНР 24 декабря 2015 года и вступил в силу с момента подписания. Вместе с тем утратил силу указ номер 52 с тем же названием, подписанный ровно годом раньше. Отметим, что в старой версии документа значились только 5 государственных праздников. Новый год соответствующего официального статуса не имел. Добавим, что ранее Александр Захарченко распорядился установить выходные дни в период рождественских праздников в республике 6, 7 и 8 января.
Новый год – самый светлый, добрый, яркий и счастливый праздник в году. Во всех дошкольных учреждениях Донецкой Народной Республики уже начали проводить утренники. Надеть костюм сказочного персонажа можно лишь раз в году, но воспоминаний от праздника малышам хватит на все 365 дней. Новый год, желания, наши все сбываются. Елочка нарядная огнями улыбается. Новый год, окна заморожены. Новый год, на столе пирожные. Утренник – дело волнительное даже для главного волшебника. Девочки-снежинки и мальчики-зайчики – самые популярные костюмы на все времена, еще со времен Советского Союза. С Новым годом поздравляю! И от всей души желаю светлой жизни 100 годов и здоровья 100 пудов, чтобы этот Новый год вас избавил от хлопот. На детском празднике побывал депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Юрий Леонов. Он доставил подарки детям, которые были предоставлены в рамках акции «Новогодние подарки детям Донбасса» небезразличными людьми из Чехии. В году так мало дней, когда мы можем поверить чудо. Вот Новый год – один из тех праздников, когда мы в это верим. Дети, они самые искренние, самые радостные чувства в нас пробуждают. Вот я думаю, этому надо у них поучиться. Сегодня мы посмотрели прекрасный праздник в этом детском саду. Детки настолько искренне нам подарили его. А мы, в свою очередь, чем сможем, своей заботой. Сегодня мы подарили им сладкие подарки, витамины в виде фруктов, цитрусов, что это очень ценно. Надеюсь, что эта акция будет продолжаться у нас и дальше. Спасибо большое тем людям, которые даже из-за границы готовы нам помочь, сочувствуют нам в нашей беде, которая у нас произошла. Ну, надеюсь, в новом 2016 году у нас уже будет мир, счастье, и мы уже будем помогать кому-то, а не принимать помощь. Начинаем зимний праздник. Нет его чудес. Ах, карнавал, удивительный бал. Сколько друзей ты на праздник собрал. Пусть остается, танцует, поет всех чудеса, впереди еще сон. Тихо, часики идут, стрелки, носики бегут. Сейчас вы побывали на нашем замечательном празднике, вы увидели наших детей, вы увидели наших сотрудников, которые старались для детей сделать этот праздник. Каждый год мы стараемся украсить наше дошкольное учреждение по-новому. В этом году вы увидели, что наши все помещения украшены в белом цвете. Это не просто так, потому что в душе у наших сотрудников, у наших детей, у наших родителей белый цвет вызывает чувство доброты, чувство надежды, чувство спокойствия. Все дети очень хорошие. И только от того, как мы будем с вами воспитывать, будет зависеть то, какими они будут. От того, какие они вырастут, будет зависеть и наша с вами судьба. Поэтому хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи. Все остальное приложится. Дарья Черничная, Виталий Чех, Новороссия ТВ. «25 декабря в главном почтовом отделении Донецка в честь Нового года и Рождества Христова состоялось гашение марки. Цена новой марки составляет 6 рублей. Ее можно приобрести в любом отделении почтовой связи Донецкой Народной Республики». Цена новой марки составляет 6 рублей. Ее можно приобрести в любом отделении почтовой связи Донецкой Народной Республики. Министр связи Виктор Яценко также подвел итоги работы почтовых отделений и их сотрудников. «Сегодня мы очередной раз гасили новую марку Почты Донбасса. Канун Нового года, канун Рождества Христова. В Новый год мы входим с 217 отделениями. Мы входим с 90 отделениями, которые готовы принимать коммунальные услуги. Мы входим с отделениями, которые принимают услуги по нашему оператору «Феникс». Мы планируем уже в Новом году почту преобразить совершенно в новом формате. Год, который ушел, это большая заслуга, которая еще уходит, большая заслуга наших почтальонов, которые сделали большую, великую работу в республике, где неспокойное положение, военные действия,
каждый день почтальоны выходили на работу и пешком доставляли пенсии в очень большом объеме. Практически более 50% пенсионеров получают пенсии с доставкой на дом. Это большой труд. При этом мы расширяем на почтовых отделениях возможность и ритейла, мы расширяем возможность пересылки бандероли с следующего года. До 25 килограмм будут ходить активно бандероли. Поэтому в плане посылок мы уже имеем прирост. Я думаю, мы его там в два раза увеличим уже там, в ближайшие кварталы 2016 года. Сергей Михайлов, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. 22 декабря в честь Дня энергетика в помещении Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра состоялось спецгашение почтовой марки. На мероприятии побывали заместитель министра связи Александр Рыжков и исполняющий обязанности заместителя министра угля и энергетики Юрий Голубничий. Марку погасили с использованием специального почтового штемпеля и конверта первого дня День энергетика. На марке изображен известный дончанам памятник энергетикам, расположенный в Буденновском районе города. Почтовая марка, посвященная Дню энергетика, это символ признания специалистов энергетического комплекса республики и возможность выразить им свою благодарность. По словам заместителя министра связи ДНР Александра Рыжкова, это уже 21-я по счету почтовая марка, введенная государственным предприятием «Почта Донбасса» в обращение. Следующее гашение марки пройдет 25 декабря и будет посвящено новогодним праздникам. Сегодняшнее событие знаковое. Это уже 21-я марка, которую выпускает «Почта Донбасса», которая приурочена к Дню энергетика. Предыдущая марка, 20-я, была посвящена МГБ. Вот. Следующая выйдет 25 числа, 25 декабря. Она в преддверии Нового года и Рождества будет. Так что Почта Донбасса на этом останавливаться не собирается. Цена новой марки составила 6 рублей. Ее можно приобрести уже сегодня в любом отделении почтовой связи Донецкой Народной Республики. Дарья Черничная, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. 26 декабря в Центре славянской культуры состоялась концертная программа, посвященная празднованию Дня спасателя ДНР. Торжественная церемония началась, как и полагается, с вноса флага Донецкой Народной Республики и знамени министерства. Прозвучал гимн ДНР. Благодарности и признательности звучали со сцены в этот день от министров, главы республики, представителей Республики Южная Осетия и коллег, сотрудников МЧС Российской Федерации. Ни одна профессия, кроме вашей, не несет ту сердечную теплоту и сострадание, потому что это делаете только вы. Вас как последнюю надежду ждут те люди, которые попали в беду. Вы своим героизмом и самоотдачей являетесь примером для многих людей. Сегодня с этой сцены я могу сказать следующее. Я горжусь тем, что в нашей Донецкой Народной Республике есть такие люди, как вы. По случаю Дня спасателя Донецкой Народной Республики награждается знаком отличия МЧС ДНР «Крестом за заслуги». Генерал-майор Кононов Владимир Петрович, министр обороны Донецкой Народной Республики. Владимир Петрович, скоро у тебя пешек нету, довольно твои награды. Слова выступающих сопровождались вручением наград, знаков отличия, благодарственных грамот, ценных подарков, присвоения внеочередных, очередных и досрочных званий. За мужество, храбрость и отличное выполнение заданий команды Вооруженных сил Донецкой Народной Республики в боях с армией противника приказываю наградить орденом святителя Николая Чудотворца второй степени генерал-майора Кострубицкого Алексея Александровича. Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать доброго здравия, улыбок, и чтобы ваша служба, которая на самом деле одно из всех подразделений, которое в мирное время выполняет боевые задачи. Поэтому желаю вам доброго здравия, всего самого доброго. Полковник службы гражданской защиты Агарков Андрей Викторович, заместитель министра МЧС Донецкой Народной Республики. Награждается
награждается медалью МЧС Донецкой Народной Республики за содействие делу спасения. Пушилин Денис Владимирович. Также медалями, подарками и грамотами были отмечены дети. Так, медалью «За мужество и спасение» была награждена ученица общеобразовательной школы номер 124 города Донецка Ольга Колпачева. Девочка является организатором волонтерской работы по оказанию помощи раненым бойцам ДНР перевязочными материалами и медикаментами больницы имени Калинина. Ценным подарком была награждена Екатерина Москаленко, ученица общеобразовательной школы номер 5 города Докучаевска. Она во время обстрела, будучи травмированной, помогла пожилым женщинам выбраться из-под завала, вызвав специалистов МЧС, смогла предоставить им всю необходимую информацию. Спасибо всем большое, с наступающим вас! За отвагу и спасение человеческой жизни, а также за особое отношение к гражданскому долгу. Ценным подарком был награжден ученик общеобразовательной школы номер 3 города Дебальцево Виктор Плеснев. После обстрела мальчик вытащил из разрушенного тлеющего дома семью из 4 человек. Мать с ребенком и отца с сыном. И организовал их транспортировку во время непрекращающегося обстрела. Не остались донецкие МЧСники и без поздравлений от коллег из Луганской Народной Республики. Первый заместитель министра МЧС ЛНР, полковник службы гражданской защиты Александр Федченко, в своей речи вспомнил дни совместной напряженной работы в освобожденном Дебальцево и отметил, что благодаря сотрудникам МЧС ДНР были спасены сотни жизней. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, от всех спасателей Луганщины хотелось поздравить вас с профессиональным праздником. Пожелать счастья, здоровья, успехов. Всегда помните, что вас ждут дома. Мы знаем не понаслышке, как работали люди Донецкой Народной Республики, как защищали свои дома, свои семьи от взрывов, от бомбежек, от пожаров и так далее. Мы знаем, как работали по спасению города Дебальцево. Вместе с волонтерами наши спасатели вывезли сотни людей. Сотни человеческих жизней были спасены в Дебальцево благодаря вам. Примите слова благодарности от нашего народа. Счастья вам, удачи, сухих рукавов, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы сапер никогда в жизни не ошибался. Счастья вам, здоровья, любви и удачи. Я хочу искренне вас поздравить с вашим праздником и хочу, наверное, вас в лице, наверное, вашего министра наградить почетной грамотой от Народного совета за весомый вклад в жизнь республики, за добросовестное отношение к работе, высокое личное мужество, активную жизненную гражданскую позицию и, конечно же, за то, что вы в самый тяжелый период времени остались на месте, никуда не делись, и, наверное, это, наверное, одно из первых министерств, которое полноценно включилась в жизнедеятельность нашей республики. Искренне с праздником! Было сказано еще много теплых, по-настоящему искренних слов, которые стали заключительными в торжественном собрании, посвященном празднованию Дня спасателя ДНР. На этом торжественное собрание, посвященное Дню спасателя, подходит к концу. Для выноса флага Донецкой Народной Республики и знамени министерства прошу всех встать! На этом торжественное собрание объявляется закрытым. Однако на этом мероприятие не подошло к концу. Зрителей ожидала насыщенная концертная программа. Известные песни и новые тексты подарили слушателям музыканты группы ДНР «Звезда надежды» Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР. Песня, посвященная папе-спасателю в исполнении юной Екатерины, порадовала гостей торжественной церемонии. Свое оригинальное поздравление подготовили и воспитанники детского дома «Теремок». Оксана Волчонок, Геннадий Горбунов, телеканал «Новороссия», город Донецк.
Донецкой Народной Республике завершился конкурс юных исполнителей классической музыки под названием «Родные просторы», который был организован бас-гитаристом группы Любе Павлом Усановым, а также главным редактором российского журнала «Русское слово» и прошел под патронатом депутата Народного совета Донецкой Народной Республики от фракции «Свободный Донбасс» Юрием Сиваконенко. Цель конкурса – поиск талантливых исполнителей классической музыки среди детей и юношества ДНР. Первый конкурс был проведен на этой земле в августе. Он касался Донецка только, донецких музыкальных школ. Были выявлены победители. И месяц назад состоялся еще один конкурс, который затронул уже все города Донецкой Народной Республики, где, в свою очередь, были выявлены такие же победители. На 20 января в концертном зале на Поклонной горе назначен отчетный концерт в рамках конкурса «Родные просторы», в котором примут участие победители, все победители этого конкурса, в том числе из Донецка. Два из этих победителей присутствуют здесь. Донецкими призерами конкурса стали София Щукина, виолончель, и Яромир Гуридов, фортепиано. Маленькие музыканты покорили сердца жюри высоким уровнем и искренностью исполнения. Кроме возможности участвовать для ребят в качестве конкурсантов в этом фестивале, у них есть возможность получить опыт общения с профессиональными артистами, выходить с ними на одну сцену. А это, конечно же, прекрасно понимаете, что для образования, в том числе юных музыкантов, очень важный аспект. И самое главное, что нам хотелось бы, чтобы действительно этот фестиваль стал движением музыкальным, творческим, юношеским движением, которое бы объединило молодежь не только России, Донбасса, но и действительно мы еще постараемся подключить туда другие страны. Маргарита Миронюк, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. Больше сотни детей со всех уголков республики и из самых ее отдаленных районов и городов стали сегодня победителями и получили призы в рамках благотворительного проекта «Письмо Деду Морозу», который стартовал в ДНР больше месяца назад. Инициатором акции выступило государственное предприятие «Почта Донбасса». Здравствуйте, любимые мои! Не застаньте далекой, а дорогой, по широкой! По заснеженным полям я спешил, ребята, вам! Организаторы проекта отобрали самые талантливые работы, самые креативные и красиво оформленные. В послании Деду Морозу необходимо было указать фамилию, имя, свой возраст и рассказать о своих добрых делах и поступках, об успехах и достижениях в школе, спорте и творчестве в этом году. Все дети очень старались, но особо хотелось бы выделить школьницу 4 класса 91-й школы города Донецка Катю Шафигулину, которая помогла спасти тонущего ребенка. Катюш, ну вот сегодня тебя наградили, расскажи за что. Я думаю, что меня наградили за то, что я спасла девочку. А как это случилось, при каких обстоятельствах? Ну, мы гуляли с подружкой, потом мы услышали крик и подбежали на этот крик. Она сказала: «Катя, помоги». Мы искали палку, но я ее не нашла. Потом я подбежала к окну, там, где жила девочка, и я начала кричать: «Помогите, Софа тонет». Но меня никто не услышал. И потом выбежал дядя, который услышал меня, и вытащил ее. Потом выбежал ее дедушка и сказал мне спасибо. Ну ты не испугалась, ты не боялась? Ну я боялась за нее, что она утонет. Это Новый год. Ну что потом дальше произошло? Потом меня все начали называть героем и хотели дать мне медаль. Потом та девочка больше не лезла в яму, и ей несколько дней не разрешали гулять. Ну ты знаешь эту девочку? Ты с ней познакомилась? Да. А как ее зовут? Ее зовут Софа. Она там с вами учится, живет? Она ходит в садик и живет в моем доме. А сколько ей лет? 5 лет. А тебе сколько? 9. 9? Да. Ну ты уже, тебе 9 лет, а ты уже такой героический человечек маленький. Скажи, что ты хочешь, может быть, что ты хочешь пожелать детишкам, которые вот будут смотреть нашу передачу, узнают о тебе и, может быть, захотят стать такими же смелыми, отважными, как ты?
Я хочу пожелать им добра, счастья и мира. И еще, чтобы они были храбрыми. Молодец. Развлекали детвору веселыми песнями и танцами воспитанники Дворца детского и юношеского творчества из ансамблей «Аква», «Сувенир», «Шоколад» и актеры театра «О». Для нас новогодние праздники – это самые яркие, самые интересные. Все коллективы готовят новогодний репертуар. Народный театр «О» приготовил специальную программу, яркое шоу, которое называется «Забавы Дедушки Мороза». И мы с удовольствием показываем все наши яркие красочные номера на разных мероприятиях в нашем любимом городе Донецке. Спонсором данного проекта выступил республиканский сотовый оператор «Феникс» и государственное предприятие «Почта Донбасса». Проект «Письма Деду Морозу» имел большой отклик у детей, но организаторы акции отметили, что в своих письмах большинство детей республики не просят подарки и игрушки, а просят мира, процветания, спокойствия и благополучия на их родном Донбассе. Около 17 тысяч вот таких писем Деду Морозу в этом году написали дети республики. Естественно, что подарки смогут получить не все. Но каждый из нас может стать добрым Дедом Морозом для ближнего своего. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех, специально для Новороссия ТВ. В каждом доме полным ходом идет приготовление к Новому году. И столица Донецкой Народной Республики готовится к празднованию. Дома и улицы нашего города преображаются, их украшают разноцветными огнями. И, конечно же, на площади Ленина устанавливают главную елку столицы. В день открытия новогодней красавицы на центральной площади имени Ленина состоялся праздничный концерт. И со сцены жителей республики поздравил Александр Захарченко. Так и в том году наша елка самая красивая, самая лучшая и самая-самая-самая. Правда? Дорогие мои, желаю вам, что все плохое, которое было в 2015-м, осталось в этом году. А все самое хорошее, счастье, здоровье, мир, любовь, нас встретили вместе в 2016-м. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всего самого хорошего. Ура! Главная ель Донецкой Народной Республики украшена новой иллюминацией, состоящей из новых игрушек, закупленных в России. Золотые игрушечные ожерелья подчеркнули гирляндами, общая протяженность которых 3200 метров. Открытие главной елки 2016 года состоялось под бой курантов на отремонтированных и вновь запущенных часах на главпочтамте. Раз, два, три! Елочка, гори! Как вам сегодняшний праздник и новогодняя елочка? Очень понравился. А елка? А елка? Понравилась елка, Ксюша? С начала декабря проходили работы по сбору главной елки нашего города. И сегодня, 25 декабря, состоялось самое долгожданное событие. На глазах у сотни дончан засияла разноцветными огнями центральная лесная красавица Донецка. Дорогие дончане, я поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Желаю вам всего самого хорошего. Будьте счастливы и мирного неба вам над головой. Как вам сегодняшний праздник? Очень красиво, здорово, столько людей. Классно, Донецк живет. Донецк оживает? Да. Как вам сегодняшняя елочка, в этом году? Самая красивая, самая яркая, самая большая. Блин, детки так радуются, столько деток. Все такие счастливые, песенки поют, очень здорово. Мы так ждали открытия елки, здорово. Новый год скоро, классно. Есть праздничное настроение? Конечно, теперь уже точно есть. Хоть снега нету, но все равно новогоднее настроение есть. Как тебе сегодняшний праздник? Отличный, очень весело, положительное настроение. Все очень круто. А как тебе елочка? Конечно, хорошая, как в Москве прям. Что ты хочешь пожелать дончанам в 2016 году? Счастья, удачи, добра, чтобы у нас закончилась война, чтобы было все в Донецке нормально, чтобы был мир. У тебя уже есть новогоднее настроение? Конечно, давно. Алина Черняева, Алина Боярская, телеканал «Новороссия ТВ», город Донецк. В канун новогодних праздников каждое учебное заведение считает своим долгом подарить своим ученикам соответствующее настроение и на хорошей ноте отправить на заслуженные зимние каникулы. Так сделали и в общеобразовательной школе номер 7 города Донецка. Однако сказать, что этот праздник был похож на обычный школьный утренник, нельзя, поскольку запланировали его не совсем традиционно.
Сегодня у нас будет бал. Мы назвали его «Венский бал», или еще название такое у него «Вальс, вальс, вальс». Оно будет проходить на английском языке. Это стало у нас уже традицией. Несколько лет подряд наши дети дополнительно изучали английский язык, и мы проводили для родителей такой отчетный концерт. We are happy to see you in our dancing hall. Today we have unusual party. От того, какое образование и воспитание дети получат с малых лет, зависит будущее республики. Придерживаясь этого постулата, преподавательский состав и руководство школы считают своим долгом обеспечить ребятам высококлассное образование, которое немыслимо без знания языков и, конечно же, хороших манер. Таким образом, подобными мероприятиями школа справляется сразу с двумя задачами – и детям праздник, и родителям отчет об успеваемости. Анна Триксель, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. Первая большая новогодняя елка главы ДНР сегодня собрала более 700 детей со всей республики на торжественном открытии в Донецком академическом музыкально-драматическом театре. Поздравить ребят с наступающими новогодними праздниками пришел сам глава государства Александр Захарченко, а также министр образования и науки Лариса Полякова, исполняющий обязанности министра культуры Михаил Жвутяков, генеральный директор и художественный руководитель театра Наталья Волкова. На утренник были приглашены дети из семей погибших ополченцев и военнослужащих армии ДНР и юные таланты, лауреаты и победители республиканских и международных творческих конкурсов и фестивалей. В начале праздника ребят ждало представление по мотивам всеми любимой новогодней сказки «Морозко». Вышло солнце, ты посмотри в свое оконце, я все дома украсил снегом, а все деревья будто мехом. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло, морозушка, тепло, батюшка. Хилый теленок и средь лета зябнет, а я к морозу привычная. Александр Захарченко поздравил всех с наступающим Новым годом. Совсем скоро у всех нас очень долгожданный и любимый всеми нами праздник. Новый год. И как любой праздник, Новый год не может обойтись без самого главного украшения. Украшение новогоднего праздника – это елка. Поэтому мы решили всех вас сегодня пригласить на самую главную елку нашей республики. Елку главы Донецкой Народной Республики. Мы прекрасно знаем, что в течение года все вы, дорогие друзья, вели себя хорошо, слушали родителей, были трудолюбивые, хорошо учились. Не баловались. Поэтому сегодня для вас будет создан праздник. Праздник, который вы должны запомнить на всю жизнь. Мы постараемся вам это обеспечить. Дорогие друзья, я хочу вам пожелать в следующем году успеха. Самое главное — мира. Любви. Здоровья, чтобы вы были послушными, слушали родителей, учителей, педагогов. Всего самого хорошего. А теперь, ребята, давайте вместе веселиться. С праздником! С новогодней концертной программой выступили лучшие творческие коллективы Донецкой Народной Республики. После представления ребята собрались в холле театра около 7-метровой елки, где их ждали символы уходящего и наступающего года. Затем к детям по традиции вышли Дед Мороз и Снегурочка, и все гости получили подарки. Новогоднее мероприятие подобных масштабов проводится в республике впервые, но оно, безусловно, станет традиционным. Дарья Черничная, Алина Боярская, Новороссия ТВ. А на этом у меня все. Я напоминаю нашим телезрителям, что более подробную информацию вы можете получить, посетив официальные ресурсы Новороссии ТВ, интернет-сайт и YouTube-канал. В студии для вас работал Дмитрий Подорожник. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и не переключайте канал.